Российский триколор теперь развивается и на пике под названием «Сочи-2014». Вершину с таким олимпийским названием неподалеку от Красной Поляны 31 декабря покорил российский альпинист Максим Шакиров. Такая у него традиция – встречать Новый год на новой горной вершине. С человеком, который ежегодно ставит перед собой очень высокую планку и берет ее, встретился Николай Долгачев. Так, высота 2340 метров. Пик Сочи на 70 метров ниже. Но пока мы не можем его найти, абсолютно ничего не видно. Максим Шакиров приехал в Сочи, чтобы встретить Новый год на олимпийской высоте. Здесь, на Западном Кавказе, единственный в мире пик, названный в честь столицы Олимпиады. Сочи-2014. 1 января над пиком установлен российский флаг. Таким полотнищем не может похвастать ни одна другая страна. Этот триколор побывал на всех самых высоких точках планеты, на всех континентах. Вот его подняли на Эльбрус, европейский максимум, а вот на Эверест, мировая высота. Каждый год, я надеюсь, что этот проект будет продолжаться, потому что тот флаг, который был на вершине, он все 11 лет вместе со мной. Он такой уже с энергией, этот флаг. Я надеюсь, что впоследствии, даже когда я уже не смогу подниматься на горы, кто-то продолжит эту традицию. 11 лет подряд Максим Шакиров встречает Новый год в самых экстремальных горных условиях и всегда с этим флагом. Он объехал весь мир, а первый восход солнца 2011 года наблюдал вместе с напарником в России на вершине пика Сочи-2014. Максим Шакиров еще в 2007 году установил на горе Олимп в Греции флаг города-кандидата Олимпиады Сочи. Спустя 4 года, когда Сочи уже активно готовится принять зимние игры, он встретил здесь Новый год с российским флагом. Николай Долгачев, Алексей Балакирев, Михаил Киртоки, Мария Родичева. Вести.